Приветствую все зрители канала в игрушке GTA Vice City обновленный. И я немножечко глянул тут пару чит-кодов. Раз уж все равно мне достижения не дают, так как мы вначале опа без них начали. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now, you do all that. С часами какая-то фигня на руке. Maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. Да у них тут у всех с руками проблемы. Nasty, proud foo-foos. Been making my boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Yeah, sure. Так, а чё, у меня забрали мою тему. А, тут недалеко. Ну, с окнами. Вот в этом доме вроде как окна горели, или мне показалось. Хотя ладно, потом узнаем. Опа, нифига себе, что творят? У них тут какие-то свои разборки пацанские. Копы приближаются, а чё, я ни одного копа нигде не встретил. По всей видимости... Нифига со всех сторон. Так, возникает вопрос, туда ли я спрыгнул? Давай, Томми. Одна звезда, и по мне ОМОН тут расстреливает во все. Что, мне тут до 6 звезд дотянет, нет? Садись. До свидания. Так. Сразу же звездочку подбираем. Иначе мне сейчас вообще все шипы, все колеса шипами, точнее, отожмут. Время есть. Так, гидравлика мне сейчас не нужна. Вообще, конечно, здесь желательно было бы какой-нибудь броневичок. Таким натягом миссии, копов в миссиях, точнее. Так, не, я на это не куплюсь. Несмотря на то, что полицейских нету, вроде как есть. Давай, Томми. 5 звезд, что? Но это еще не танки. А менты стреляют чисто по колесам. Что за фигня? Так, а я тут кое-что увидел. Я не знаю, видели ли вы. У нас там эмочка. Так, этих нам заплатили. А у меня что? Так, ну давайте, чё, мы же с этим уже попроходили. Если что, я то оружие могу купить в амуниции. Бомбы пошли. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye?
You look like someone I... Them have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Там дрова просто на картинке. Прикольно. Короче, Томми попал у нас в весьма неприятную ситуацию. Опа. Вот это. А что они тут стояли-то? Я там еще оружие взял туда-сюда. И они все это время стояли. Это ФБР Ранчер или как он там правильно называется. Так, миссия не самая веселая и даже отчасти проблематичная, насколько мне известно. О, вот это я понимаю, парковочка. Потому что самолетик. Замочите кубинских бандитов. Для отмены. Как взлететь-то на этой фигне? А Сан Андреас это было поинтереснее. Так, что, попробуем спикировать, наверное? Оньк. Они пытаются забежать, не дай им уйти. На чем они пытаются забежать? О-о-о-о! Сейчас начнется самая хреновая часть. Ну ладно, попал что ли? Так, один там на земле. Остался, держись, держись. Есть, еще один. Блин, не люблю я самолеты в Вайс-Сити в любом их виде. Будь то там РС, не РС, наплевать. РС. Радиоконтроль здесь и радиоуправление. Не попал. Кстати, вот здесь на этом камне, насколько я помню, есть еще этот... секретик Вайс-Сити. Попал? Вроде не попал. Или, возможно, кого-то убил, но не всех. Кто-то загорелось. И все, отлично. Так, один из них удирает на машине, но, насколько я помню, он не удирал, когда я... отлетел оттуда. Плюс еще один интересный момент, это то, что транспорт на радиоуправлении вряд ли мог бы так далеко улететь. То есть мне пришлось бы перегонять фургон в зону действия радиоуправления. Так, судя по всему, вон он едет на Гермесе или что это у него там. Немножечко на опережение возьмем, если он сюда приедет. Мысли, она так долго летела. Ты чего угораешь? Ладно. Так, а я должен был стоять где-то из... А, вон он, я стою. Видишь, чувачок? Мы с тобой не договорили. И... он проехал. Серьезно. Или у него тачка чуть прочнее остальных. В детстве мне казались эти миссии гораздо сложнее. Сейчас прям как орешки. Как говорится, щелкаем. Кстати, а теперь благодаря
моему нахождению в этой области. Можно будет постоянно пополнять боезапас твоей эмки. Да? Нет. Почему она не появилась? Видимо, чуть подальше надо отъехать. Давайте-ка попьем чайку. Ты как раз таки вон там эти дрова. Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. My boys gone war with them boys, but no guns. While they fight in the streets, you will take this rifle. No one sees you, no one hears you. Эту винтовку и услышат. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron string. Okay, Auntie. А чай, чай, ты чай это дай ему, а то же он вспомнит. Так, мы должны выиграть. Да, чего у меня вон своя точка есть? Так, стоять. Убивайте бандитов издали. Да? Почему? В смысле, почему мне не дают прицелиться? Я слишком близко стою или что? У меня срывается прицел. Не... А, стоп, вон там что. Ну, на мост надо заехать. А, ну нифига себе издали. Вот там, где я был, было издали. А здесь... Не услышат, говорит, эту винтовку. Тык. Наши парни гибнут. Не совсем получилось. Так, 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 так. Кстати, странно, что она стреляла как-то через раз. Так, давайте-ка немножечко избавимся от чар этой бабульки. Ох, ничего себе! Какое странное действие у этой пилюли. А вот и наша эмочка. Прикольно, что только сел в машину. Все, езжай, красавчик. Так, ближайший у нас справа остался еще. Миссионный чувак. Миссидавательный. Так, ну я так понимаю, чтобы поприкалываться с другими скинами, нам надо вне миссии это делать. Возможно, мне в голову взбредет какой-нибудь интересный момент. Проб. И мы обязательно попробуем. Другие скины. Вот. Вот это. А кстати, здесь же гонки еще есть. Во! Надо будет глянуть как раз таки на этом острове. Ушечное мясо. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Так, найдите машину, и, скорее всего, нужна четырехдверочка.
Ну, как бы. Ну, другого варианта у меня нет. Отвезите кубинцев на стрелку. А, так мы... Ой. Что? Не, прикольный, кстати, экран появился. Просто как он меня остановил на ходу, вот в чем вопрос. Так, мотики. А вот это подойдет, кстати. О, зачем тебе такая машина? Мне она лучше подойдет. Причем. Выйди, выйди. Ну, я что сделаю, если они не захотели выходить как бы вовремя. Причем они даже не залезли в нее. О, там на заднем фоне веселье. Но участвовать в нем мы, конечно же, не будем. Так, здесь должна быть... Ага. Ты что, это Регина едет или что, в Сейбр? Ага, каповская тачка, конечно, во, отлично. Ну и ладно. Так, все, менты нас не заметили, никто нас вроде как не убил. Но лучше было бы, конечно, в фургоне чисто такая бандитская тема тех времен. Да, садись с нами. Присаживайся. Катнем. Мы, говорит, точнее, я, говорит, бойцов понаходил. А чё понаходил, а они вон с улицы не хотят с нами ехать. Там какой-то ярлычок, что ли, был. Но тачка чисто кубинская, однозначно. Ох, блин, как я соскучился по такому настолько аркадному управлению. Просто трое из ларца. Так, а давай-ка вот так сделаем. Ты зачем меня бьешь? Лицо здесь, конечно, офигительный. Чего, куда все делись? Там один застрял сзади. О, снайпер. А, то есть я теперь один, да? Я отгадал, действительно чисто кубинская тачка. Причем они сейчас бегут по прямой по линии стрельбы снайпера. А, типа они на себя отвлекают. Так, прикончите остальных. Ух ты! Конечно. Какие-то тут боты не совсем успешные для перестрелки. Даже в крестном отце бойцы были похлеще этих. Хотя там был не самый удачный клон GTA-шки. Вы посмотрите, справа в фургоне кто сидит. И в него даже не то, что не попадает, в него даже не целится. Думаю, тоже какие-то... Не-не-не, зачем? Это, конечно, не вовремя. А вот он. Стоит там, кайфует что-то. Так, а погони случайно так не ожидается, потому что не хотелось бы.
Ну это походу ребятки просто мимо приезжали, а полицейские все равно едут за нами. То есть эти ребятки не хотят мстить за своих бойцов, а эти хотят. Какой у меня дверь вывалилась? Потому что стрелять не? Он себе руку к ноге пришил. Так, у меня там какая-то коробочка сзади вращается. Как я прям. Машина затаскивает. Кстати, аркадная физика GTA Vice City. Машина гораздо легче весом, спокойно может толкнуть фургон. При этом это будет ощутимо для фургона. Ну, вы посмотрите, как это возможно. И менты сразу, как ни в чем не бывало, такие. Ошибочка вышла, пацаны. А что с ящичком? А ящичка нет. Ух ты! А вот это классная тема. Я до этого не замечал. Что здесь боковые стекла простреливаются, хотя вряд ли простреливаются, скорее всего, это... Чисто в рамках миссии. У него сейчас такой голос здоровый был, левый. Ты дурак, что ли? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. Понятно. Короче, грязные делишки у нас. Езжайте к Рику, он отвезет вас к месту встречи. А я хочу вот на вот этом бронированном. Нифига. Так, Гермес. А, о, мясо, давайте. Пошел вон. Пошел вон. Он очень странно дверки закрывает. Блин, ну вот в последующих частях GTA, в том числе в GTA Vice City 2, такого управления уже не было. С одной стороны, конечно, такое простенькое, детское, прям вот... Ну, прям такое. А с другой стороны, можно творить, что хочешь. Благодаря этому управлению, казалось бы, сколько у меня было шансов, но я доехал до этого места без единой аварии. Как тебе моя тачка? В стиле GTA было бы ответить логично, что единственная дырка в этой лодке это этот чувак. Ну только давайте не с пистолетом, а релакс. Замечательно. Из двух, из трех попаданий, или сколько там их было, не попал ни разу. Давайте только нет кафе. А. Так, знаете как, а я не буду сейчас прерывать запись. Так, Грув Стрит, иди-ка сюда. Че она у тебя не синяя? Тут вы видите буйни постоянные. Просто для того, чтобы показать вам один интереснейший... А нет. Еще более интересный лайфхак сейчас покажу. Этих всех объезжаем. Пум-пум-пум. Для начала возьмем мы с вами гранатомет. Гранатомет, базуку. Облегчим себе. Что ты не прыгаешь, что ли? Прохождение в плане расстрела лодок. Куда ты передний бампер уже делал?
И теперь немножечко себя защитим больше нужного. Так, у меня 100 хп, значит только броник нужен. То, что ко мне. Я не умею бежать. Вот как раз таки о чем я говорил, что легковушка не может вот так вот спокойно. Уж мы-то с вами знаем по истории канала. Воу-воу, ты что такой рискованный? Рискованный, рисковый. Можно как-то вот это пропустить, а? А я думаю, что логичнее будет сразу же. Для чего пустое окошко? А, чемодан с наркотиками. Поняли, поняли. Две звезды откуда-то у нас. Так, вроде все. Блин, я думал, где-то в воде валяется. Достаточно мощная винтовочка, это получается, что он с самого раза всех их выносит. Тело. Так, да, конечно, хотелось бы, но нет. Повернись спиной, утырок. Так, отвезите деньги, да? Деньги надо отвезти. Мы же с вами занимаемся легальными делами. Там что-то есть. Блин, а вот это рискованно. Потому что эта машина переворачивается только так. Здравствуйте, только не шипы. Нифига. Ах, блин, я не так сориентировался. Кстати, здесь где-то гепард должен стоять. Какой же ты урод, а? Или кто это? Это интересно. Все-таки до гепарда доедем сначала. Давай, тяни. Ага, помним. Когда-то очень давно я этот остров изучал. И просто на том джипе очень сложно было бы уходить от вот таких вот выезжающих ментов и от шипов. На гепарде... Здесь красный вертолет. На гепарде в этом плане легче. Ничего себе. Так. Могем ли мы проехать здесь? Ладно, не буду пытаться вспомнить. Будем прорываться, так. Ну, как бы и не особо сложно получается. Нифига ты. И все, менты просто уехали. 4 кусочка зеленых. А почему я здесь? Понятно. И можно считать, что на этом моменте мы с вами остановимся. Встретимся в следующих сериях. А здесь попрощаемся.